Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 20 августа, 8 вечера на часах, и сегодня мы с вами будем говорить о таком удобрении, как калиевая селитра. Калиевая селитра содержит 13% азота и 46% калия, очень нужного препарата в момент цветения и созревания плодов. Плоды становятся вкуснее, крупнее и слаще. Они лучше противостоят различным заболеваниям. Я подкармливаю этим удобрением буквально все, кроме гороха, потому как горох сидерат, а сидераты в подкормках не нуждаются. Если вы хотите увидеть ролик про сидераты, собираем 1000 лайкосов под этим видео, и вы узнаете все об этих чудесных растениях. Итак, вернемся к селитре. При приготовлении рабочего раствора берем столовую ложку препарата, растворяем ее в небольшой емкости, потом добавляем 10 литров воды, размешиваем и подкармливаем. Сроки подкормок зависят от состояния ваших растений. Запомните, чем здоровее растение, тем его сильнее надо кормить. Больные растения очень медленно усваивают минеральные удобрения, в то время как на здоровом вы увидите результат буквально на следующее утро. Всем категорически рекомендую использовать данный препарат. Результаты просто фантастические. Приведу пример недельной давности. Отец неделю назад сорвал огурец, и он оказался горьким и на вид был неказистым. Недостатка влаги огурцы не испытывают, поливаем регулярно. Я через пару дней подкормил огурчики калиевой селитрой. И еще через пару дней огурцы стали очень вкусные и приобрели темно-зеленый цвет. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!